В нашей семье иногда употребляются слова, которые не соответствуют нормам литературного языка. Например, слово «глазы» – «глаза». Мне кажется, что это слово придает особый смысл моему стихотворению, и я не хочу его менять на созвучные «очи». Глазы мои зеленые, с сентябрьского поля сошедшие, премудростью женского взгляда до самого сердца дошедшие. Глазы мои бездонные, в силе своей уверены, и нежность твоя, и душевность внутри их навеки поселены. Глазы мои красивые, смотрят на мир, удивляются, взглядом пытливым впиваются, везде все приметить стараются. Глазы мои родные, от шуток огнем озаряются, а от обид и печали горькой слезой наливаются. Глазы мои любимые, хочу к вам губами коснуться, напиться волшебного чувства и вновь в нашем мире очнуться.